у агрогородку «Радуга» Ветковского района. Выборы президента сёлета проводятся у будинку сельского дома культуры. Тут и места хапая, и некалькі запасных выходов для организации безопасности людей існує. У 10 годин раніцы члены комиссии ускрывают урну для дотерминового голосования. Подчас дённого перапынку и у вечера яна обовязково опечатывается и находится под аховой супрацовника милиции. Активность сельского населения увогуле довольно значно залежить от надворья и отповедно объему работ на просядебных участках. Зараз яны практически завершены, а тому вязковцы починають приходить на участок с моменту его открытия. Сказывается и местовый менталитет. Практично каждый жихар лечить удел у выборах своим громадянским обовязкам. По этой причине, до речи, тут и участок усе разом оформляли, навод кветки с дому принесли. И некие проблемы, коли узникнуть, обещают вырашать оперативно. Проблемы таких мы пока не видим, но как-то если их появляется, мы их быстренько решаем. Есть администрация, значит, агрогородка «Радуга», значит, председатели сельского совета. Мы совместно все решаем эти вопросы. Стала вядомая канчатковая колькасць аккредитованных на Гомельщине унутраных назиральников 6831 человек. При таким контроле некие порушения наврати магчымыя увогуле. Что тычыцца выборщиков, то основная причина удзелу менавіта у датэрміновым голосаванні – немагчымасць прыйсці на выборчы участок 11 кастрычніка, при тым, что отдать свой голос необходимо абавязкова. Мы не можем выходные, мы решили проголосовать сейчас. Вот приехал сын, и все вместе собрались, всей семьей, идем на отдать свой голос. Я считаю, что каждый должен исполнить свой долг. Подчас этой выборчей кампании больше уваги уделили людям с обмежеванными физичными махчимостями, где махчима выборчие участки разместили на пеших поверхах. Это больше зручно не только для инвалидов, але и со старелых. Плюс подрыхтовались до работы с людьми с дренным зроком. Все лето у першиню на выборчих участках заявились специальные книги для людей, которые стратили зрок. На 11 сторонках вся информация о кандидатах у президенты. Правда, как прочитать ее, необходимо володить так званым шрифтом Брайля. Традиционно подчас дотерминового голосования неких забавляльных мероприемств на выборчих участках не проводится, але подрыхтовка до их вядзецца. 11 кастрычніка на участках организуют не только гандаль и пропонуют концертные программы, але и запросить специалистов, тех же медиков и юристов, например. В день основного голосования здесь будет организована достаточно культурная массовая программа, очень огромная. Здесь будет организована консультация психолога, будет организована консультация юриста, будет организована консультация представителей Белпочта, Гомельхлебпром привезет свою выставку и многие-многие другие службы. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».